Сейчас это доделаешь по 20? Блин, в зале не хватает тебя, Серега, я ухожу, но не выползаю. Ну, блин, подожди, все может быть. Может, приеду на выходных. Привет, Толя, как дела у Насти и Жени? Все отлично у Насти и Жени. Идиллия. Любят друг друга. Давай, Паши, Аленка. Аленка пашет. Гори, у тебя жопу качай. Угу, Алена и Артем худеют. Вроде худеют, занимаются, молодцы, все у них тоже хорошо. Нужна музыка в спортзале. Вот так будешь чередовать три подхода. Отдыхаешь чуть-чуть? Конечно, три подхода будет тебе. Ты что думала? Ты думал, один подход сделай, все? Ну, хочешь, третье сделай, это, скалолаз, ну, на пресс, у тебя там тоже руки будут. Вот, встаешь и сюда, на руки. Я здесь все, потому что у тебя руки встать, и будет и пресс оказывать. Сколько? Держи. Хочешь поотвечать на вопросики? Сейчас последний этот подход делаем, а потом будем 30 сделать. Левый. Последний подходик. И трицепс сейчас будем делать с ним. Тренер, конечно, офигенный. Олег, жопу сильно не задирай. Да. Алена жопень подкачивает. Да, ну там такое. Аленка, соска нереальная. Аленка, соска нереальная. Спасибо. Спасибо. Крис, Артем, все хорошо. Ален, привет. Привет. Привет, привет. Назар пивко хуярит, Катя. Назар пивко хуярит. Мужчина. А, блядь, ору, красава. Кто-то тут девочка. Мария Мишуркова. Крис, тебе не по зубам. Ну, понятное дело. Алена, дело есть. Я забыла об этом. Ночной эфир? Да. Приветик. Приветик. Мне как раз в тот момент... Возможно, были бы с Настей. Посмотрим, время покажет. Покажи, какая у вас красота за окном. Есть ли снежок? Блин, ну снежка как такового нету. Вот наша лобная. Немножко падает снег, ложится. Чуть-чуть. Погода суперская. Вот как красиво. Так, привет, привет, привет всем. Настя дала шанс какой-то. Нет, никакой шанс мне не давала Настя. Я только сказал, что все спальни есть симпатия. В ЛС заходи, да. Хорошо, зайду. Аж зал вспотел, прям как Белла, практически все объяснилось. А, привет, Валя, это ты, ё-моё. Давай, делай следующий подход. Отжимай. А, все, ты занималась? А что за эфир у тебя? Зачем тогда про нее пишешь? Да это тут кто-то с кем-то общается. Назар, привет. Тебе привет. Давай, все сделаем. Все, смотри, сейчас будем. А, серьезно. Так, ребят, всем привет. Что? Парикмахерскую здесь можно сходить? Можно, сходим в парикмахерскую. Так, давай трицепс сделаем. Смотри, вот, на трицепс. Давай, знаешь, что с тобой сделаем? Французский. Алло! Режим. Иди сюда. Тебе можно зайти будет? Мастер. Давай на трицепс сделаем с тобой жим узким хватом. Понял? Вешаешь десяточку с той стороны. Сначала жим узким хватом на трицепс. Вешаешь десяточку. На. На, тут ты опять не повесишь. Отпусти. Черт,
Черный брат. Черный брат мой. Давай в эфир. Черного брата душу. Так, сейчас. Все, парень, пошли. Красавчик. Нет, подожди. Давид, нормально? Ты не задыхаешься? Нет, в глаза, тихо в глаза. Тихо в глаза. Хорош! Хорош! Почти выброс. Не-не-не, хочу. Да я боюсь удариться, пускай. Побоимся зачем? Оба, все. Побоимся, ты меня взял. Конечно, а сейчас не боюсь. Ты боишься ударить? Конечно, я уже ударился, жопа. А я тоже. Ну красавчик. А что ты боишься тебя? Не боюсь. Хочешь пойдем к нам уже? Пойдем. Пойдем, поснимаешь нас. Все, борьба сейчас будет. Жесткая борьба. Я не пойду. Я говорю, мы сейчас тут убьем с тобой. Надо, если ты, надо на топами выйти хотя бы. Фоточку не порвал хотя бы? Ничего не порвал тебе. Ладно, пацаны, ты сегодня померились. Ты что, хайпа этот хочешь? Хайпа, да? Он хайпа... Хайпа-жир. Хайпа-жир. Хайпует. Ты хоть отвечай там на вопросы. Ёлоп там вопросы. Данг сильный. Данг чё? Тветь. Давид домой, Уткин домой. Меня зовут Давид, вот, вот он Сергей, а меня Давид, Сергей, Сергей Давид. Давид, Сергей домой, Уткина домой. Так, Ромашов, сколько после мальчишника вернулся? Не знаю, часов 6 или 7, Сережа, ты попал в струю, только кто тебя туда потянул, будь благодарным. Ладно, ребят, что хотите? Вообще? Я не слава. Нападаешь сзади, а потом говоришь, что сейчас я ударю. Блин, сам, когда мы... Да нет, в смысле, мы дрались сейчас с тобой, и я ударился. Я тоже жопу ударился. Я не жаловался, блин. Нет, я просто понимаю, если мы реально начнем с тобой бороться, мы ударимся. Почему? Потому что... Ты что, мы даже не дрались. Нет, я имею в виду, если реально в силу будем бороться, мы, блядь, убьемся с тобой здесь. Не в силе. Да какой не в силу? Ты уже начал уже это, реально... Давид, мне все, я тебя даже не душил, блин. Так я тебя просто тоже придаю чуть-чуть и все, я тоже не душил. Ты меня нормально душил. Нет, честно, не душил. Нормально душил. Давид, я тебе клянусь, не душил. Нормально совсем, я сейчас его... Ну, не здесь. Был бы я этот. Алин, я бы сам подборолся. Ты что? Сам подборолся и с тобой, и с Сергеем. Просто борьба. Ну... Я борьбой не занимаюсь. Я боксом занимаюсь. Большая разница между боксом. Ай, боги, что за прикол, ну, у вас? Да, вот так прикалываемся. Смешно, смешно, а? Смешно. Так, что у вас там произошло? Да. Чуть-чуть потолкались. Фу, уйди, Сережа, Данг. Почему расстались с Адрианой? Смотрите прямые эфиры, смотрите истории. Поймете, почему расстались. Так. Эй, Сережа, котенок, спасибо. Надя, Настя. Долбоёб! Да нет, отпускает он все. Долбоёб. Вот. Ты прямой, это круто, нужно говорить, что думаешь. Кто? Давид, ты прямой? Давид, у тебя лагерфильм, мы тебе уже не раз говорили, его заклеивайте. На рукаве, пожалуйста. Да, да, я слушаю. Лайк. Спасибо. Долбоёб, это черный. А, все, хорошо, я понял. Давид, ты долбоёб. 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 Там не место, где можно... Долбоёб, я говорил. Кать, ну да, да хватит всё. Ой, какой. Все, успокойся, ладно. Да мы чуть-чуть так потолкались. Понятное дело, что нельзя в таких местах драться вообще. Можно убиться. Здесь со мной.
Ты мамкины слова прочитай и задумайся. Мамкины чьи? А это у тебя... Это белый голос? Да-да, черный фу. Привет, привет. Давид. Давид, ты проектный, понял? Мы все, все, которые находятся на проекте... Проектник. Что за тупорили, блин? Это еще человек без фотографии. Человек, который... Не травите душу, оденьтесь. Зачем? Травим себе душу. И чё? А ты боксом занимался, Давид? Прям в зал ходил там? Ответь мне. Что? Да, конечно, зайду, всем отвечу. Сколько лет Данг тебе? Норм. Данг Норм, красавчик. 26. 26. Есть симпатия на поляне. Но я сказал, что... Шпилишвили, да? Нравится тебе, да? Фу, и бисер на Швили нравится. Данг, иди отсюда. Данг нормальный пацан. Детский, правда, чутка бывает, но в целом нормальный пацан. Че, ты че, охуел? Че, пиздиться будешь? Ау. Поуже, поуже. Блин, ну я не знаю, ты этот вес держишь? Ну давай попробуй. Он, чтобы не упал. Локти под себя, да, и вверх толкай. Вот так, да? Да. Нормально. Сейчас давай, наверное, делаю. Поменьше возьмем. Не, нормально, 10 делать. Точно? Ну давай. Ты широко взялся, надо поуже, чтобы трицепс. А теперь про Крис уже твой или не так, типаж? Крис уже твой или не? Да какая Крис? Я не говорю, что Крис мой типаж. Чего вы придумываете? Назар, мы все знаем, мы все знаем. Назару сколько лет? 20. Ставь. Назар, тебе 20? Да, 20. 20 лет Назарчику. Это почти самый меньший. Да, ты самый пиздюк здесь. Веши 5 килограмм. Не, шпидивили самый меньший. Да. Сколько лет? А ты дома занимался боксом? Так, парни с мальчишками, а сколько вернулись с мальчишника? Он еще сейчас. Нет, за Настей не ухаживал. Я лишь просто сказал, что из всей женской Настя симпатизирует. Назар, за кем ты ухаживаешь? Да я им уже сказал, тут нельзя говорить. Нельзя говорить еще. Качки, блядь. Вот он, главный что качок пришел. Происходит, я не понял. Качок главный пришел, папа. Да, 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 да. Самый главный качок приходит. Да твой номер телефон. Нет, я еще не забрался. Да, включай сразу. Сука. Все. Он еще, блядь, от меня писал. Он еще от меня, сука, писался. Писался от тебя? Да. Серьезно? Серьезно. Это я когда отписывался, наверное, нечаянно писался даже. Пишу, чтобы ты не плакал. Не, сейчас телефон заберу сам. Ты что, отписан, ты нет, я просто сегодня историю посмотрел. Как ты подписан? Серг, мастер фит. Да, что ты, кто человек подписан? Не, на приходу где-то подписан. Много от кого писался. Сам на подписке, где-то даже приходу. Хуел, блядь, совсем, отписался от меня вот это вот, блядь, машина. На кого подписываться? Как ты, хайпажор. Пришел за хайпом. То есть все, блядь, за хайпом, блядь. Тебя, блядь, называют хайпажором самым главным. Сердце разбил Андриане. Андриане, блядь. Адриан ее зовут. Андрюха. Андрюха. Каблучок пришел. Каблучок. А так я хочу сказать. Поуже, ну мы же трицепс сделаем, конечно. Братан, скажи, почему нас на мальчишник не позвали? Потому что я самый красивый, самый накачанный. И они боялись конкуренции, а вы просто лохи. Ах ты сука. Дрыщи и никто. Иди ты, блядь, в жопу, блядь, каблук, блядь. Давай, Назар, мне уже делать. Боже мой. Каблук хайпажор. Плюс. Плюсую, ребят. Все так и есть. Анаконда, да. Это анаконда у тебя на плече? Спрашивают. Нет.
Нет? Питон, наверное. Скоро каблук там еще будет. Нажал? Угу. Сейчас, слушай. Вешай. Давай, красавка, вешай. Базарочку? Да. Хорошо, хорошо. Кыс-кыс-кыс, мур-мур-мур. Да какой каждый день? Нет, конечно. Фух. Я с последними событиями, не знаю, наверное, дней 5-6 не был в зале. Вот потихонечку возвращаюсь. Да, у меня две сестры родные и двоюродный брат. У Крис там 2000 человек, а у Сергея 42. Ну извините, я же не Кристина. У нее и по 3500 заходит. У нее было 6. 6 было? Я помню, она заходила вот тогда. Сразу у нее за 3 минуты, по-моему. 3500, по-моему, даже. 3500 у нее заходило. Скучаешь по Адриане? Без комментариев. Спасибо. Скажи мне, ты что, без комментариев? Без комментариев. No comments. Хайпажор. Хайпажор, каблук. А еще по совместительству тренер. Ты боишься просто этих потеряющихся ума? Поэтому тебя снимаю. Поэтому я снимаю тебя. Твою анаконду, блядь. Мы Кристину и Артема любим. Давай снимай. Привет, привет. Ну, правильно, любите. Серый, давай ты 60. А, что? Так же, 40? Дергается что-то там. Скажи Артему, что он рукожопый. Че? Почему он рукожопый, непонятно. Да ну что сделать? Если тебе зайдет. Я думаю, в любом случае, конечно же, она расстроилась. Это сделай. Артем парень с надежными руками. Еще бы. Ручища такие. Фух. Давай, делай подходик. Еще один. Силач наш. Силач проекта. Больше всех. Дерьмо. Нет, на данный момент я ни с кем не строю отношений, ни с кем, ни за кем не ухаживаю. Только если что, вот за вот этим парнишкой. За ним, да, я ухаживаю. Данг там бицушку качает. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Еще один, давай. Еще один, давай. Тащи, тащи. Хорошо, ставь. Все, отлично. Бери с Тёмой пример. Хайпануть, как Тёма? Тёма и так говорит, что я хайпую. Не умел хайпу. Стоп. Конечно, куда мне втянуть? Назад тренируется назад.
тебя что-то. Да, давай. Давай, последний подходишь. А у тебя есть батарейки? Есть еще? Батарейки? Да. Ну, батарейки, нет, батарейки есть. Блять, я тебя фоткать заебал, не буду. Да? Нет. Музыку включи. А, конечно. На что вы? Ну, а фоткаться тоже, да, я потом. Я не буду. Заебал. Кого за стрелили? Ян Дольфин, знаешь? Да. Пиздец. Фу, сейчас последнее с тобой упражнение сделаем. Сгибание, блоки и все. Секс ходящий. Кто? Кто секс ходящий? Такой банк гигантский. Сколько тебе лет? 26. Ну, конечно, будет. Тёма прав. В чем Тёма прав-то? Здорово, Русик. Вот Назарчик. Ковид. Каблук. Что, вы скажете, куда подходить, чтобы посмотреть? А? Когда ты родился? В феврале? В феврале я родился. Добавь голову в руку. Стрится? Сейчас зайду. Я хочу посмотреть. Хорошо, не буду ни с кого брать пример. Потому что я лично зачем? Надо быть собой. Привет, как дела на доме 2? Привет, все отлично. Всем тебе привет. Привет. Назад. Всем привет. Назад. Да. Пора. Все? Что тебе нравится на проекте? Я же уже 10 раз сказал, что после расставания есть симпатия. Симпатия. Настя. Давай, что будем делать? Депрессия. Ну, получше, на самом деле, когда каждый день мозги не выносят. Получше. Так. Свинота пищит. Есть такое, да. Но вы же сказали, кто симпатичный. Я ответил. Я же не говорю, что я собираюсь мне отношения строить. Нет, Адриана не пытается. Адриана пытается меня с проекта выжить. Да, начинай. Хватай бутылку, да? Нет, трицепс вниз. Привет, привет. Давид, привет. Твой смех делает ее день. Давид, ты рад? Так, Крис, чем занимается? Сейчас спросил Артема. Не знаю, честно. Да, разгибай вниз. О, до конца разгибай. До конца. Да. Делай 15 раз. Конечно, я уже давно мужской. Уже третий день. Непривычно.
спать плохо, засыпаю в 5, потому что вот этот бандит, блядь, приходит, нападает на Руслана. Скоро увидите в выпусках, между прочим, где он двоечку кидает. Да тихо мне, ты не дай по лицу. То вот этот бандит ходит там. Вот он. Почему мне красивые не нравятся? Для каждого красота — это что-то свое, у каждого свой вкус. Вас там многих гнать пора, Артем и Крис оставить. Я не говорю ничего против. Артем и Крис — прекрасная пара. Красивая. Интересная. Бен, да, Бен ушел. Полина. Дома 2. Полина. Да все понятно, что у тебя бицуха есть уже. Данк как привидение. Нет, Данк нормально. Данк нормальный тип. На. Я говорю, ты телефон сразу днем забираешь, да, и все. Что телефон? У них телефон днем забираешь и все, да? Нет, нет, не забираешь. Ну, они как-то как, бывает, ты кое-что забираешь. Понял. Понял. Бывает, типа, нету дома, они все сильные. Понял, понял. Вешай себе чуть меньше, вешай меньше вес, 35 вешай. Черный Полине, привет, в обморок пусть не падает. Да все нормально, не упадет он. Данк — это юморист проекта, с ним хоть все, всем все понятно. Данк вообще четкий тип на самом деле, ребят, вы не понимаете. Правда, голосует иной раз против меня и против моей пары, но ничего, я ему это прощу. Мы с ним выскочим, еще поборемся. Обязательно. Настюшке привет. Какой Настюшке привет? Тебе? Тебе привет, привет. Сейчас еще и побежу. Да уйди, держи. Давай замкнуть. Сиди, сядь. Ладно, хорошее время. Вечера всем, да. Я, наверное, тоже пойду, а то я, честно, отвлекаюсь очень много. Чуть попозже, может, выйду в прямой эфир, всем отвечу на те вопросы, которые хотите. Давай, делай. Да, с разворотом делай. Раз, с разворотом. Все, ребят, всем пока. Расстались, потому что жениться и заставляют, да, Сереж? Нет, ребят, не в этом дело. Дело в том, что очень много проблем, которые мы не закрыли на стадии отношений, а перетаскивать их в брак я не собирался. Все, заткнись, пожалуйста. Все, ребят, всем пока.